Нечасто судьбой бываем биты, не всегда летаем в облаках. Наши годы тесно перевиты днями, проведенными в слезах. Только знаем, это все не вечно, даже если нам и надлежит под крестом идти дорогой вечность. Наш полет нам все же предстоит в дом дорогой, вечный родной. Все мы войдем в дом, что ждет нас в небе, там наш Отец встретит нас в нем, в доме родном, вечном и святом. Разве ты не знаешь и не слышал, Бог через Исаию говорит, что не утомляется Всевышний, силу изнемогшему дарит. Уповающие лишь на Бога расправляют крылья, как орлы, и текут по радуге дороги, и не утомляются в пути. В дом дорогой, вечный родной, все мы войдем, что ждет нас в небе, там наш Отец встретит нас в нем, в доме родном, вечном и святом. Наши плечи, но ему святых не удержать. Крылья веры нас поднимут вечность, стоит только Господу воззвать. В дом дорогой, вечный родной, все мы войдем в дом, что ждет нас в небе, там наш Отец встретит нас в нем, в доме родном, вечном и святом.